Всем доброе утро. Сегодня уже 3 мая. Как быстро летят праздники. И как мало у них собачьего футбола. Но, как мы и обещали, правда не получилось. Не получилось с большим мячиком. С большим мячиком может получиться только когда пойдем гулять уж совсем ранним утром. Сейчас 9 час утра. И Татоша, облюбовав площадку, облюбовав мячик, играет с ним, не делится с папой. Опять убегает. Прорыв к воротам. Выходит один на один. И что-то не так пошло. Что-то получилось не так. Что-то мы сбросили мячик. Мячик сбросили. Теперь мы уже к другим воротам несемся. Только бы мячик не вышел за пределы поля. А то папе придется выходить за периметр. Вот этот. В прошлый раз нас однажды выручил дяденька, который бегал тут вокруг нашего озера. Удар! Вратарь на месте. Татоша у нас вратарь гоняла, загоняла. Папу гоняет по всем площадкам нашего микрорайона. А папа непременно следует за своим любимцем и снимает его шалости во всех проявлениях. Ладушки, прервем сейчас ненадолго, потом перейдем в WhatsApp, чтобы порадовать нашу маму и Пашу. Они сейчас вне поля зрения и подозрения. Чё, притомилась морда? Ну-ка, давай, устроил тут соревнования на приз клуба «Кожаный нос». Сейчас. Нос какой кожаный нос? Покажем, какой у нас кожаный нос. Вот какой кожаный нос, вот там. Ладно. Главное, чтобы без травм. Отдыхаем. Перерыв. Перерывем у нас экстренное плетение. Подружка наша Стефания бежит. То есть Стефания наша бежит. Стефания. Вон она прибежала. Вон она красавица. Это подружка детства Татоши. Ну какая встреча. Ой. Ну Стефане почему-то не разрешают посещать футбольные заведения. А Татоша ее зовет. Пойдем побегаем. Ну-ка, Татоша. Хороший у тебя перерыв получится. Побежал и мячик забыл. Все на свете забыл. Из-за своей невесты. Стефания, привет. Тифани. Вон она какая уже большая. Ну, иди чмоки сделай. Ой, какая. Вот такая. Эх, красавица. Одна что красавица с ума сходит. Все, Татоша. Доброе утро. Пас. Точный пас нашему центнер-форварду. Но он у нас не центнер, конечно. Но около полцентнера это точно. Без НДС. Че уже, набегался? Нет. Второй тайм еще продолжается. Но, конечно, игроки чувствуют себя вяло, устало. Но мама с Пашей будут рады и таким кадрам. Сейчас мы уже пойдем с площадочки гулять дальше. Свои основные дела делать. Ходить по округе.
и показывать, какие мы татоши. И татоши тоже. Ладно, всем пока, хорошего настроения и удачных майских праздников. Вот еще у нас одно включение. То мы были на площадке с искусственным покрытием зеленым, а теперь мы на своей хоккейной площадке выглядываем, где там наши девочки гуляют, где там наши девочки гуляют. Ну, мы зашли сюда не играть, а так, просто отдать дань уважения этому месту, где мы резвились. Фу! Фу! Ну-ка, фу! Папа прервался. Фу! Ну-ка! Ну-ка! Татоша, видите ли, захотел пить из открытого источника. Стой! Стой! Папа ему, конечно, не дал. Ладно, прервемся, пойдем гулять дальше. Сегодня у нас экскурс по восточным площадкам нашего микрорайона. Они в основном у нас с этой стороны района спортивные. Спортивные. Все? Вот так.